Забыл. What's up? Всем здорово, чуваки. Вы находитесь на канале Молви. Я пропадал где-то месяц, был в отдыхе, лето круто. Короче, в данном видео мы попробуем с вами повторить превью Булкина. Да, тот самый Булкин, который снимает развлекательный, очень офигенный контент, также про тачки, там, про игры. Короче, офигенный чел. И превью у него тоже довольно-таки хорошего уровня. Я попробовал их повторить. Ну а получилось у меня или нет, пиши в комментарии. Также, если ты хочешь, чтобы я слил PSD данного превью, то набираем 50 лайков и PSD ваши. Вместе с PSD-шкой я солью все, что я использовал с этим превью, то есть все, что скачивал там, короче, вы поняли. А если вы наберете 100 лайков, то я делаю продолжение данной рубрики, где мы будем повторять какое-то другое превью. Также можно написать в комментарии, чье превью ты бы хотел, чтобы я повторил. Короче, я надеюсь, ты поставишь на это видео лайкос, подпишешься на канал. Очень тебя люблю, целую, и давайте приступать. Первым делом берем кадры из видео Булкина, так как у меня нету исходников его лица, поэтому я просто взял кадр. Пользуюсь каким-то расширением, не знаю, что это, даже не спрашивайте, где ты его нашел, и вставляем лицо в Photoshop, после чего вырезаем. Для лучшего качества вырезания я использую выделение и маска, где добавляю контрастность и делаю чуть мягкости, растушевочки, чтобы это все выглядело намного круче и красивее. После чего я захожу в фильтр камера RAW и обрабатываю там самого Булкина, добавляю чуть-чуть зерна ему, чтобы как-то улучшить качество, также добавляю ему резкости и уменьшение шума. Температуру ввожу чуть-чуть в более холодный, добавляю яркости, добавляю контрастности, тени, чуть-чуть делаю посветлее. Белые посветлее, добавляю четкости и текстуры. И также чуть-чуть увел красочность вниз, чуть-чуть ее подубрал. Также я поработал над цветами, и потом еще я работал над ними, так как почему-то он получился слишком бледный. Короче, все решил, смотрите на видео, все показано. Далее я просмотрел ролик и нашел примерно тот кадр, который Булкин, его дизайнер, использовал на превью, либо он сам, и просто скачал, и таким же образом, как на превью, его расположил. Далее зашел в фильтр камера RAW и там поработал над настройками, чтобы цвет был похож на тот, что на превью. А ты пока что не забывай поставить лайкос и подписаться на мой канал, я буду тебе просто безумно благодарен. Считай ты рип, как у самых сочных тиктокерш, как Егорка. Далее я начал прорабатывать текст, выбрал мазок, выбрал белый цвет и начал делать что-то похожее, чтобы было похоже на превью Булкина. Пробовал разными способами расположить, и конечный результат вы видите на своих экранах. Также, если тебе нужны кисти из данного видеоролика, то смотри прошлые ролики, там есть эти кисти. Также я сделал копию заднего фона и отразил ее по горизонтали и поставил рядом, чтобы выглядело как продолжение фона. Довольно-таки незаметно, кстати. И вниз я тоже добавил этот же фон, только его отразил и чуть-чуть подубрал Булкина лицо, чтобы его не было видно. Далее я добавил второй мазок кисти черного цвета и также пробовал над его расположением, как же его все-таки расположить и как будет выглядеть красивее. Далее я начал добавлять текст. Шрифт, который использует Булкин на своих превью, называется Eagle UA Caps. Вот, запоминайте, видите сейчас его на своих экранах. Я столько работал, чтоб сейчас не работать, а лишь писать песни. И ты хочешь знакомиться со мной, чтоб стать немного известней. Вейсман, you pagan, ты не получишь ни перстня. Плету паутины, как веном. Хотел быть героем для мамы, но стал лишь героем для мемов. Никто не заметил подмены, как ловко ты прыгаешь с темы. Мои увлечения рэпом добавили только проблемы. На мне эти перстни я взял пот. Не спеши называть меня Кентом. Малышка, прости, я не готов. Не спешу кольцу, будто Леброн. Артиллери. Мы курим запасы, взрываем этот буф, как динамит.
Также отдельную благодарность я хотел сказать Деми Санчо, который создал вот этот просто прелестнейший пак, так сказать, там текст текстов. Я очень часто оттуда беру текстуры, поэтому если вам нужна такая же PSD-шка, то к Деми Санчо ссылочку не буду оставлять, думаю, вы его и так найдете. У него был ролик про как повторить текст, и там были вот эти тексты. И я оттуда скачал PSD, поэтому к Деми Санчо. Я наложил текстуры на текст и на мазки кисти. И становится уже что-то более похожее на превью Булкина. Далее я решил вырезать машину на заднем фоне, чтобы за нее добавить дымки. Когда вырезал, начал добавлять дым. Также нашел блик от фар машины и добавил их на фары от машины с режимом наложения экрана. Начал делать освещение для Булкина сначала таким темным фиолетовым, потом светлым, потом белым. Короче, повторять начал. Зови меня серфер, мой новый звук это волны. Наделайте и Джордан, они так помогут мне в гонке. Дерби, дерби, я сделал так много работы. Сверлим, сверлим, будто бы школа Рима. Далее добавил такой типа дым за Булкиным, как это было на его превью белого цвета. Я получил эти персни, у меня есть этот пояс. Я получил этот доступ. Потом увидел, что как-то некрасиво выглядит, видно, что обрезано, нашел, что это от машины и чуть-чуть поудалял. Далее я пошел искать лого Resident Evil. Я не любитель этой игры, мне было сложно найти, пока не догадался, что это Resident Evil 7. Я в этом замешан, замешан как карта. Но я все-таки нашел его, и вот. Реджин, Мандем, на каждом из них была клава. Мясо, Ханта, у нас есть газ, как Фанта. Далее я начал прорабатывать волосы так же, как это сделано на его превью, просто обычным пальцем, скорее всего мышкой, и я это делал тоже мышкой. Это такой мини лайфхак, как можно делать волосы, не используя графического планшета. Также я потом микс кистью проработал волосы, но это выглядит не очень круто, поэтому не советую так делать. Также добавил потом на лбу еще свечение, чтобы это было как на его превью, и сделал более плавное такое, что ли, его кожу более мягкой, более гладкой. Сука, на мне прилегла. Почему все решили, что я помню имена? Чтобы быть реальней вас, мне не нужен криминал. Мне не нужно продавать, ты не знаешь за меня. Далее я начал искать знак неровной дороги, каких-то зигзагов, старое такое. И наткнулся на вот этот знак и решил его добавить, чтобы было наиболее похоже на превью Булкина. Вылез сейчас с ламбо. Со мной табей, как тампа. Я прыг, как флако. Собрал эти кольца, как Соник, пик пинает, как сокер. Добавил, вырезал и разместил. Там чуть-чуть не хватало, и я добавил еще этот знак. Камера
не распознает мой профиль, я в слепой зоне. Я снова проснусь этой пушкой, хочу, чтоб опы уснули. Миссию выполнить трудно, чтоб это было без звука. Ночами честь не снится, кэш тяжелый, как сумо. С колоды, как Джокер, игрок закрытого клуба. Далее цветокоррекция. Если вам интересно, как ее сделать, то пишите в комментарии, про все подробно расскажу. И вуаля, превью наше готово. Оно получилось довольно-таки похожим на превью Булкина. Если тебе интересно, то пиши в комментарии, чье еще превью мне повторить. Также напоминаю, что на 50 лайков я сливаю данное PSD и все, что я использовал в этом превью. Поэтому ставьте лайкосы, подписывайтесь на канал, а я всем желаю удачи и всем пока-пока.